make a better place with my own two hands. Make a kinder place. For me personally, it's been a time of a lot of growth and spiritual growth and just learning to rely on God. So it's been a great experience, but I'm glad I went through. Много чего нового научились, много узнали, познакомились поближе друг с другом. Думаю, что у нас тоже была почти как семья, 12 человек, большая такая. I was tired, a little bit stressed, but overall, probably the best thing I've ever done. Первое время было тяжело, конечно, вообще сложно. Со всеми знакомиться, со всеми вот это, ну как там, тот же самый языковой барьер. Сложно было первую неделю. А сейчас классно, сейчас я даже не знаю, как... Да иди! That's on your face! А, даже не знаю, как буду жить без них. The social projects went great. The house that we were doing, it was a one room. The lady loves it. She was very pleased with it. I thought it looked really good. I hope that the impact that we made reflects Christ, because this is our gift to Ukraine in the name of Jesus, and I hope that we just show Jesus through our actions. The first 5 days were pretty hard. It was a very stressful moment. I've regretted coming on several occasions. I've learned a lot, which I wouldn't have learned otherwise, actually. So, like dealing with stress. Good one. And learning how to pray, I just didn't pray before, so. Сейчас на новую работу я решилась, что я хочу приймати участь на Кубинісі 8. Вже коли я здала анкету, взяла гроші, все. Вже почала ці уроки. У мене з'явилася якась дурня, яка справді дуже неправильно відчуття. І я вирішила, що я це попрошу. Приймати участь в літерах, чи просто учасникам. Але мені Аня довіра, вона рада, що ми зараз я справді рада, що це залишило. Мені шкода, що вже все закінчується. Дуже класно. Я не хочу їх додому. Работы было много, времени не так достаточно. И иногда потерялась эта грань, что мы работали больше, чем отдыхали. Но это, конечно, нормально, но не каждый. Месяц прошел очень интересно и очень быстро. Вообще, вроде бы недавно только заселились, а тут, смотрю, уже все заканчивается. Funniest moment. I'm not sure, it was pretty funny when they were killing the fish. What, 4 guys beating this fish? Getting blood everywhere. All the boys running around like cavemen. Yeah, it was very classy. I really enjoyed that moment. We went to that lake house, kind of, and we got to just relax that whole day. Мне запомнился эпизод с солью. Когда они думали, что это соль это сахар, сахар это соль, и потом все там поменялось, и там, о, чудо произошло. Наверное, про соль и сахар. Самое смешное было. Потому что это хорошая была ошибка. Saddest moment was this morning, actually. Same fight for the American team. When the Americans left, I suppose. But we don't need them. Look, we've done all this today without them. Один из самых грустных моментов это было, когда Аманда болела. Потому что особо никому не было весело, потому что все переживали. I want to definitely be at Mission Impossible 9, God willing, but I want to stay longer. So being on the other side of Mission Impossible completely changes my perspective. So I don't think I could ever just come back for the 2 weeks and just sit back and let all the work be done for me, because I know how hard it was. But я вже хочу, щоб почала здивляти місія. Мені подобається. В цьому році класно. В тому було теж класно. В цьому, мабуть, краще.
дуже класно. Ну, шкода тільки, що він вже закінчився. Мені тут дуже-дуже подобається. Я дякую всім організаторам за такий прекрасний проєкт. Він змінив трошки мене в кращу сторону. Мою думку, цей проєкт змінив моє життя. Буду дуже чекати наступного літа. Я думаю, что за протяжении последующих месяцев я пойму, какое значение имел для меня этот проект. Все равно классно то, что видели, что вот люди помогают, что людям, что люди чувствуют, что это не просто люди там добровольцы какие-то, а что они сами говорят, что нам вас Бог послал. И классно, когда ты чувствуешь себя таким вот активным Божьим посланником. Реально это было дуже важко, але просто суперово. Мы сделали это, Бог еще раз доказал, что невозможно, а с ним возможно. Было очень тяжело, я переборол себя, чтобы прийти и вот это вот красить. В целом, было хорошее лето, которое помогло в чем-то даже. Открыло какие-то новые горизонты и показало, что все может быть намного лучше, чем мы думаем и чем мы этого ждем. Я робила соціальний проєкт. It's been fun. Goodbye.